Добрый вечер. Итак, снова ночные полеты в Батьяме. Погода южит, но очень летабельно, в принципе, неплохо. Слабенько, конечно, слабенько, южит, но надо выкарабкиваться. Сейчас посмотрим, как у меня это получится. Вот летаем над набережной. Там еще Леха приехал, Виталик. То есть народ есть. Сейчас будем летать всей веселой компанией. Посмотрим сейчас, как будет держать для начала. Вроде потихонечку поднимает. Можно выкарабкиваться наверх. Потому что держит, и держит неплохо. Южит, конечно, но погода хорошая. Гуляют собаки, гуляют люди. Погода майская. Отмечаем ночными полетами 9 мая. Завтра 9 мая. Сегодня ночь на 8. Завтра 9. Вот такие у нас ночные полетухи. Разворачиваемся. И в наборе сейчас набираем над домами еще. Пойду на старт, чтобы вытащить за собой Леху и Виталика. Потому что они первый раз на этом старте. Давно Леха не летал ночные полеты. Сейчас внизу набережная освещенная. Вот такие условия сегодня у нас. Держит хорошо. Сейчас заберу их. Башни Средиземного моря. Это дома престарелых у нас. Вот это одна башня, а вот это вторая башня. Две башни. Шоколадно дует, очень не сильно. Дует очень неплохо. Вот наш центр морского спорта. Полечу, сейчас надо забрать ребятишек. Да, да, мой дорогой, да, привет, привет. Ой, говчарки какие, ой. Говчарки, просто говчарки. Южит, но неплохо, в принципе, очень неплохо. Сейчас я ребятишкам круг сделаю над ребятишками и поедем еще раз. И еще раз поедем. Леха, стартуй! Держит хорошо! Как дела? Кошки воюют внизу, вон, битва кошачья. Ну, конечно, конечно, да, мой дорогой, я знаю, да, да. Лает, очень недовольны моим поведением. Так, где у нас Леха? О, Леха стартует. Нет. Лех, ты в роторе! В роторе! В роторе! Выйди из ротора! Тучки. Дома. Ну, тучки я знаю уже. Камера нифига не снимает тучки.
камера снимает только огоньки внизу. Поэтому будем снимать огоньки. Вот я вернулся в динамик, вниз. Жду, пока Леха с Веталем стартуют. Так вот.